что-нибудь, показать свой интеллект, показать свое, блин, я не знаю, что угодно, показать себя как нормальный мужик. Потом вы получаете это все, а не пишете вот этот срач. Ну, просто я понимаю, что... Я понимаю, что это бессмысленно. Люди, которые это пишут, такие вещи, ну, как бы, никогда не объяснишь уже. Ну, это уже это все, это на всю жизнь, как бы, это уже, короче... Я понимаю, что... Но я просто не могу. Вот в моей голове никогда это в жизни не уложится. Ну, насколько нужно быть тупым, если он реально хочет это получить? Я не понимаю. Зачем это писать, когда можно по-другому это сделать, по-другому показать себя с лучшей стороны, ты потом, ну, в конечном итоге же ты это получишь, как ни крути. Ну, девушку равно должна расположить, я не знаю, как-то. Хотя бы, пусть даже если не серьезно, нужно как-то расположить ее к себе. Да, время потребуется, может быть, не за один день, не за два, не за три дня, нужно, да, располагать к себе. Капец. Нервно, потому что у меня сегодня важная фотосессия. Это вот определенная. Вот и все, поэтому нервно. Потому что мои первые будут фотосессии. Все, укладку буду делать в салоне. Там, тут через дорогу у меня. И все. Сделаю укладку. Короче. Все, всем пока. Я очень сильно опаздываю. Вот, Леночка пришла, чего она? Ну, видишь, от зависти человек умирает, видишь, сразу вот эта гниль, ну, человек переполнен гнилью. Никогда не будет окружения, которое сильнее ее, умнее ее, потому что она от зависти умирает. Человек не может как бы быть рядом с людьми, которые может быть лучше ее. Нормальный человек, наоборот, он наоборот себя окружает, который намного лучше себя, чтобы поучиться у них стать выше. А эти же люди, нет, они будут умирать от зависти. Вот эта девочка зашла и стала...